И сюда он с удовольствием попадает. Он очень любит Юрмалу, очень любит приезжать сюда. И мне кажется, что юрмальчане отвечают ему тем же. Ефим Шифрин! Добрый вечер, с вами Ефим Шифрин и прогноз погоды на завтра. Я подробно расскажу вам, какими будут температура и ветер, а вы внимательно послушайте, что вам следует принимать, чтобы у вас самих не было высокой температуры и ветров. Гидронитробензофекал калия. Если у вас сильный кашель, температура за 40 и вам за 70, то вам крышка. Но если вы успеете добежать до ближайшей аптеки и купите этот высокоэффективный, недорогой препарат, то вам гарантированы как минимум еще 30 минут полнокровной жизни. Теперь о погоде. Во Владивостоке ночью минус 5, днем около 0, видимость на дорогах 50 метров. Кстати, внимание у тех, кто полагает свое зрение недостаточным. Глазные капли шаровый лупин. Новые, прекрасно зарекомендовавшие себя средства от узкоглазия. Если вам и окружающим вас людям надоели ваши свинячьи глазки, если они постоянно слезятся, глупо моргают и плохо видят, принимайте по 10 капель шаровый лупин в каждый глаз перед завтраком, и объем ваших глаз увеличится на 75%. Шаровый лупин – наилучшее решение для тех, кто хочет видеть себя без зеркала. Что касается других районов страны, то в Западной Сибири температурный столбик поднимется до 0. Между прочим, Виагра – это не последний писк, и современная медицина может предложить вам гораздо нечто более эффективное. А именно, приготовленную из толченных родимых пятен самца ямайской плавающей черепахи целебную мазь торчилла. Целебная мазь торчила – это то, что омолаживает организм лишь частично, но зато надолго и сильно. Целебная мазь торчила для тех, кто еще помнит, что, куда и зачем. На просторы Красноярского края арктический циклон принесет холодные массы воздуха. Температура в краевом центре плюс 39-40 для тех, кто легко оделся и простудился. Друзья, позвольте познакомить вас с новым жаропонижающим препаратом. Он изготовлен из проросших в вакууме семян дикой ржаной пшеницы. Называется «Отпустин» и очень хорошо помогает при головной, а также копытной и роговой боль. «Отпустин» – это клинически испытанное средство для лечения таких тяжелых заболеваний, как врожденное раздвоение подбородка, бешенство кишечника и рак грудной жабы. «Отпустин» требуйте в аптеках, больницах, госпиталях и моргах. К западу от нечерноземной зоны погода в течение дня особых сюрпризов не принесет, но утром холодные массы с юга принесут осадки. Дождь – это слезы природы, а снег – это ее перхоть. Если у вас перхоть, и вы не знаете, как вам быть, воспользуйтесь высокоэффективным травяным шампунем «Хрен энд Чайльдс». Натуральный травяной шампунь «Хрен энд Чайльдс» – это наилучшее решение любых проблем с головой. Блестящий результат уже сразу после первой помойки. Возможно, ваша седина – это даже вовсе не седина, а просто очень густая перхоть. В Санкт-Петербурге повышение влажности повлечет за собой гололед. Если вы подскользнулись и ушиблись, не беспокойтесь, к вашим услугам великолепный многофункциональный суперкостыль «Тошиба». Со встроенным фонариком, прикуривателем и зеркалом заднего вида. Для тех, кто купит сразу два, бонус – игровая приставка к электрокостылю в виде деревянного приклада и мушки. Суперкостыль Тошиба для тех, кто немощен телом, но юн душой в Москве. И области погоды в течение дня не изменится. Осадков за исключением снега, дождя и града не предвидится. Ночью темно и страшно. Друзья, если вы чувствуете беспричинный страх, если боитесь оставаться один даже в туалете, если ловите себя на том, что громко говорите чепуху незнакомым вам людям, не огорчайтесь, просто вы смотрели телевизор немножко больше, чем нужно. И лучше бы вам его выключить сразу после того, как я скажу, в Юрмале тепло и весело. С вами был прогноз погоды, и я, Ефим Шифрин.